Так, отправка кораблика по маршруту номер 4. Маршрут номер 4 – заехать на первую точку, сбросить один бункер, заехать на точку номер 2, сбросить второй бункер, и на точке 3 сбросить центральный сброс. Чтобы отправить кораблик по маршруту, достаточно нажать просто один тумблер. Мигает точка, на которой он едет, дистанция до точки. Прибыл на точку. Разгружаю бункер один. Переключился и поехал на точку номер два. Прибыл на точку. Разгружаю бункер два. Прибыл на точку. Сработал центральный сброс. Все, кораблик показывает, что едет домой, мигает домашняя точка и пишет возврат. Прибыл на домашнюю точку. Перейдите в ручной режим. Так, 10-канальный приемник. Отправка на три точки. Так, ну тут надо увеличить чуть-чуть, чтобы было интересней. Прибыл на точку. Сработал центральный сброс. Прибыл на домашнюю точку.